Клянусь достойно выполнять воинский долг, мужественно защищать свободу, независимость и конституционный строй России, народ и отечество. Этот день новобранцы запомнят на всю жизнь. С момента принятия присяги призывники Черноморского флота начинают нести службу во имя защиты Отечества. По традиции, торжественная церемония прошла на священном для каждого севастопольца месте 35-й береговой батареи. С 2012 года по договоренности с командованием Черноморского флота мы начали проводить здесь вот эти военные присяги. Сегодня присяга по своему количеству принимаемых самая большая. У нас здесь не крымские, а вот и Новгород, и Северный Кавказ, и Ростов, и огромное количество родителей, несмотря ни на что, приехали, хотят поздравить своих ребят. Ну и мы рады в то, что это случилось на нашей севастопольской земле, у нас на 35-й батарее. Сегодня рядом с новобранцами их родственники и близкие. Многие проделали длинный путь, чтобы своими глазами увидеть торжественный момент присяги. Конечно, очень сильно гордимся. Приехали за 2000 километров. 600 приехали. Из самого Санкт-Петербурга. Здесь большинство крымские. Есть ребята с Дагестана, с других, с Южного округа. То есть, поэтому как-то приживаемся, сдружились со всеми. Для многих присутствующих служба в армии – хорошая семейная традиция. Из Краснодара. Краснодарский край, город Белореченск. 7 числа призван. 12-го прибыл сюда и все. Уже 14-го принял присягу. У вас, я так понимаю, это семейная традиция, да? Ну да, я бывший военный в запасе. Служил в морской пехоте на Северном флоте. Теперь сын продолжает мою традицию. Посмотрим, как будет дальше. В этот раз на 35-й береговой батарее присягу принимают новобранцы 810-й отдельной гвардейской бригады морской пехоты, 30-й дивизии надводных кораблей и других подразделений Черноморского флота. Личного состава порядка 250 человек. Они будут направлены в авиационные полки, в полки РЭП и в бригаду морской пехоты. Часть личного состава уйдут в корабельные части и будут служить на кораблях и кораблях обеспечения Черноморского флота. Впереди у вчерашних мальчишек непростой год, полный испытаний и тренировок. Ребята научатся воинскому делу, пройдут все трудности флотской жизни и, несомненно, в итоге станут настоящими мужчинами, защитниками Родины. Пару слов, как у вас впечатление, настроение в этот день? Все отлично, все замечательно. Годик пролетит, долг Родине отдадим, все будет супер. Николай Кузнецов, Дмитрий Фомин, Севинформбюро.